учебнику истории КПСС началась залпа крейсера «Ольга». Непотопляемая оказалась судно. До сих пор стоит на вечном приколе, и на нем же еще написано «Вечный прикол». Ну, правда, мы только из Питера вернулись. Ну, прикол так прикол. Поскольку история с этим историческим залпом довольно темная и путанная, стреляли, не стреляли, чем в кого попали, не попали. Поэтому визитную карточку героя этого номера мы взяли не из вот этих сказочных, а из фильма, действительно прикольного фильма Сергея Соловьева «Черная роза. Эмблема печали». И вот в таком виде Аврора снится одному из героев фильма, алкоголику и наркоману Толику. Номер называется «Глюк Авроры». Пожалуйста. Вечный прикол. Ей бы три сотни